Наши ангелы с Барсума сошлись на планете землян. Идут впереди, я за тобой. Кратеры Марса розданы в аренду под человеческие имена. Град выстроил строками книг и заблудился между страниц. Перебирая ледяные небесные тела, себя схоронил не раз. По волнам снов мерцает нить Ариадны. Из лабиринта выйдя, улыбнешься прежним временам. Прочнее стали узы, незримые глазам. Есть вход и выход, путь выбираешь сам. Сколько ангелов спустится к твоим дням? Без микрофона. А я просто подальше. Так лучше? Так лучше, да? Хорошо. Ну и в продолжение начатой Артуром темы легкой социофобии, которые здесь болеют, видимо, немножечко все. Осточертело чужое тело. Вычеркнуто. Наоборот, запиши для сирот души пустые звонки. Мужские крючки, женские киски учат серьезные лица. Душат экономические пайки. Бей или беги, рептилии мир захватили. Сожрать, сбежать, спрятаться. Не волнуйся, строем иди. Взгляд от кранов не отводи. Покажут, как надо жить, детей гаджетами воспитать, женоподобных мужчин, бесполых женщин, майонезом приправить, пивом залить, следующий айфон купить, непременно ипотеку взять, язву вылечить, в инстаграме всем быть, лайков набрать, высшее общество вхожим стать, 5 звезд для рейтинга раздать, взять кредит у мормонов, 3 машины купить, шины с запахом персика подкачать, женские силиконовые формы ценить, йогурт на завтрак, сосиски в обед. Обесценился человек, вымерли динозавры, правят люди, рептилии. Все. Спасибо.